уже будешь в следующий раз знать, что надо притормозить. Учимся-то на ошибках. Докуда действие знака 40? До поворота или до знака. До какого поворота? До перекрестка. Вот. Или до отменяющего знака. Ну смотри, знак 40. Угу. У меня больше. У тебя больше. Где у нас перекресток? Смотри внимательно. Знак главная дорога есть? Ну как есть, нет, есть, налево есть. Посмотри. Вот она, все. Вот. Можешь все уже поехали. Разгонять до 60. Давай выберем место для остановки и остановимся. Что ты думаешь? Везде можно. Везде можно. В зеркало посмотри. Велосипедиста нету справа. А ты куда сворачиваешь? Направо? Смотри справа. Ну, всякое может быть. Понимаешь, да? Ну, да. Так. Тут, да? Все. Все, поехали. Не крути руль, стоять. Не надо крутить. Не газуй, тормоз держи. Отпусти. Отпусти тормоза. Отпусти. Вот ты. Отпусти. Ага. Вот ты стоишь на дороге. Фу, да. Молодец, поправил. Включай левый поворотник. Сейчас, когда тебе скажу газануть, просто смотри, что я делаю. Ага. Поехали. Газуй. Газуй. Вот. Рулем. Газуй. Видишь поворот руля какой у нас? Минимальный. Справа останавливайся опять. Зеркало. Вот. Опять. Раз. Твоя ошибка в том, что ты начала его крутануло аж один оборот. Ты вот так сейчас наезжать будешь. Ага. Так не нужно. Ты набираешь скорость, когда убедишься, что никого нет. Вот сейчас левый включай. Вот он проезжает. Поехали, газуй и чувствуй, чтоб машина. Газуй. И уже на меня. Справа останавливайся. Справа останавливайся. В зеркало смотри обязательно. Ушла. Молодец. Тут вообще прям полностью колесами всеми. Полностью, да. Да, если есть обочина. Левый поворотник, опять поехали. Мне нужно от тебя то, что... Ну, ты смотри там, куда ты там ехать собралась. Мне от тебя что нужно? Чтобы ты рулем не крутила очень сильно. Тут немножко надо. Все, полежу пока. Поехали. Поехали. Они по второму ряду. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Газуй. И на меня уже, на меня. Газуй. Вот, видишь? Опять останавливайся. Страшно. Ставь так машину, чтобы ты в зеркало видела хорошо полосу. Соответственно, ты немножко к дороге поверни, и у тебя машина выровнялась. Стой. Левый поворотник теперь включай. Все, поехали, не спим. Газуй. И на меня уже на руль. Вот. Все. Останавливайся. Поворотник выключай, заново включай. Так тут пешеход. Где здесь пешеход? Тоже можно? Да, правый поворотник включай. Остановилась. Включай, не крути руль. Все, выровняла руль. Левый поворотник. Как убедишься, так поедем. С газом пошли, не спим. Да газуй, почувствуй. Сзади уже машина близко летит. Включай поворотник. Пешеходов нет. На остановке в конце останавливайся. Поворотник где? Зеркала почему не было? Тормози. Все, остановилось. Выключай поворотник. Включай левый поворотник. Опять сейчас поедем. Тебе понимаешь, смотри, надо вывернуть не сюда, а вот по диагонали чуть-чуть. Пошли, газуй, чуть-чуть еще левее. Вот так, газуй, все, поворотник выключай, останавливайся. Зеркало. Давай до автоматизма доводи это.
Поим. Сама действуй. А где был поворот? Не суетись уже, все, поздно. Уже держи руль. Опять останавливайся. Зеркало, поворотник. Не тормози, уходи. У нас скорость очень маленькая, чтобы тормозить так. Отпусти тормоза. Стоять. Да не стоишь, ты боишься машины. Давай, левый поворотник. Пошли. Газуй, 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 газуй. Ты должна выходить со скоростью и пошла. Останавливаемся. Опять зеркало не смотришь. Стоим. Поворотник-то какой надо включить сюда? Левый включай. Не спи. Пусть едет. Я говорю, что не спи в плане того, что вообще помни, что нужно делать. Газуй, газуй, газуй. Выбирай место для остановки. Зеркало. Вот пока ты не начнешь смотреть при остановке в зеркало, мы так и будем ехать и останавливаться. И поворотник выключить. Опять включить такой. Ой, левый. Ну что мы спим? Ну ладно, ладно. Стоять уже, там КамАЗ летит или что там летит, я не вижу. Ну его в баню. Ну, да. Он остановится, переехав нас. Ну да. Мне домой надо. Ну не туда. Поехал. Газу, 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 газу. Останавливаемся. Во, хоть в зеркало смотришь, молодец. Стоим. Почему поворотник не выключаешь? Левый включай поворотник. Успеешь? Успеешь. Ну и все, и газуй. Примерно вот, видишь, ты уже рулем так чуть-чуть, а то ты его выкручиваешь, как на змейке. Знак какой проехали? Какой, какой? 40. Ну вот, едь 40. Не суетись. Где-то я, может, тебя подгоняю, но ты опять же к моим словам прислушивайся, что нужно сделать, а не прям вот сейчас давай, 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 давай. Не спеши. Закончился? Ну а что мы спим? Выбираем место для остановки. Тормози, тормози на асфальте. У тебя скорость большая. Тихо, тут ой, я. Вот видишь? Когда маленькая скорость, так, фикс. Что теперь делать? Зад нельзя. Ничего назад нельзя. Поворотник выключи. А ну, тут яма прям. Включай потихонечку, ее сейчас проедешь. Левый поворотник включай. Ну и поехали, выезжай. Влево посмотри. Машину видишь? Все, поехал. Газуй, почему ты боишься? Это яма там, ты что, босиком ходишь, что ли? 40. Ну, а ты посмотришь в ютубе, как ты отъезжаешь, тормозишь. Отъезжаешь, тормозишь. 40 знак был. Да. Ой,